Всем привет! С вами Надежда Короткова. И сегодня мы решили посетить агентство недвижимости «Никас», которое находится в живописном месте на Катарасиной набережной 22. Что сразу же впечатляет? Более 40 риэлторов, 15 лет на рынке, более 60 тысяч обработанных заявок, и это за последние 6 лет. Давайте посмотрим, как они работают. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Не могли бы вы провести нам небольшую экскурсию? Конечно, пройдемте. Отдел аренды подбирает квартиры в любом районе города для долгосрочного проживания наших клиентов и гостей города. Отдел продаж подбирает квартиры в покупку для наших клиентов, которые приезжают из других городов или живут в Ярославле. Здесь второй отдел продаж. Этот отдел занимается обменом квартир в соответствии с просьбами наших клиентов. Здесь у нас коммерческий отдел. В этом отделе мы в соответствии с требованиями наших клиентов подбираем торговые площади, магазины, склады или производства для бизнеса наших клиентов. Здесь у нас переговорная. Николай, тогда можно я пару вопросов здесь вам и задам? Да, конечно, присаживайтесь. Николай, во всем многообразии агентств недвижимости как выбрать подходящее? Действительно, выбрать подходящее агентство достаточно сложно, и довериться профессионалам продажу самого ценного, что у них есть в жизни. Поэтому при выборе агентства нужно обращать на многие моменты. То, сколько работает агентство на рынке, сколько у них специалистов, сколько отделов. Специалисты должны пройти специальное обучение. Желательно, чтобы агентство входило в какое-то профессиональное объединение, что гарантирует работу агентства по специальным требованиям, нормам, правилам, которые приняты в этом объединении. Каким основным критериям соответствует ваше агентство недвижимости? Наше агентство работает более 15 лет на рынке. Также у нас более 40 риэлторов в агентстве. У нас есть 3 отдела, и риэлтор коммерческого отдела не может заниматься арендой квартир. Это делает его работу более профессиональной. Существует также оценочная компания, которая работает при агентстве, поэтому наша оценка достаточно точная, а это самое важное при продаже квартиры, не ошибиться в цене. Николай, а какие страхи в основном возникают у клиентов при выборе агентства и как «Никас» решает эти проблемы? Многие клиенты боятся сотрудничать с агентством, потому что думают, что это агентство однодневки, и они могут куда-то пропасть. Поэтому тут нужно приезжать в офис в агентство, смотреть, где они находятся, сколько у них специалистов, надежна ли эта компания. Еще один страх может быть связан с какой-то юридической частью, что риэлторы могут быть не совсем квалифицированы при оформлении документов. Поэтому у нас в агентстве работают профессиональные юристы, которые помогают оформить документы надлежащим образом. Еще один из страхов можно выделить – это боязнь клиентов переплатить за оказанную услугу. В нашем агентстве это невозможно, потому что мы работаем по договорам, и наши комиссионные зафиксированы в договоре. Мы не берем сверх этого. Также клиенты боятся ошибиться в цене продаваемой квартиры, а это может быть и 100, и 200, и 300 тысяч разница. А поскольку при нашем агентстве работает оценочная компания и накоплен большой опыт продаж, то наша оценка достаточно точна, и это позволяет сэкономить деньги при продаже. Николай, а вы можете для тех зрителей, которые сейчас находятся в процессе поиска квартиры, показать весь процесс подбора? Конечно, пройдемте. Это отдел аренды. Здесь вам помогут подобрать квартиру. Здравствуйте. Здравствуйте, Надежда. Скажите, пожалуйста, какую квартиру мы будем с вами искать? Однокомнатная квартира, центр. Замечательно. На сегодняшний момент в нашей базе 500 вариантов квартир по центру. Давайте попробуем сузить круг поиска. Возможно, вам нужна будет мебель или бытовая техника? Да, и мебель, и бытовая техника. Я сейчас вижу 3 варианта. Скажите, пожалуйста, вы будете проживать одна? Проживать будет 2 человека. Два человека. Могу предложить вам вот такую хорошую квартиру на Республиканской, дом 4. Квартира в новом доме, кухня 14 квадратных метров, есть вся современная мебель и бытовая техника. Квартира сдается на очень длительный срок, кондиционер, 2 балкона. А с животным в этой квартире можно проживать? Да, я думаю, что можно, если вы готовы нести ответственность. Отлично. Альфия, а какой следующий этап? Ключи от этой квартиры у нас в агентстве, поэтому мы можем прямо сейчас поехать ее посмотреть. Если вас все устроит, мы приглашаем собственника и подписываем договор аренды. Вы получаете ключи и становитесь обладателем своей квартиры. Здорово.
Теперь вы знаете, как с помощью агентства Никос подобрать себе любую недвижимость. Приходите и убедитесь в этом сами. Я эту квартирку себе уже подобрала.